Обсудили насущные проблемы и наметили пути их решения. В поселке Рубежный состоялась встреча главы Куйбышевского района и представителей департамента городского хозяйства с местными жителями. Она прошла в формате «Вопрос-ответ». Люди здесь действительно неравнодушные. Накопились вопросы в очередной раз у местных активных жителей. Вопросы во многом абсолютно обоснованные, справедливые. Встреча прошла очень позитивно, как мне кажется. Самое главное, что не просто поговорили, а люди, я очень надеюсь, услышали конкретные ответы на свои вопросы. Собрали, объяснились. Результатом, значит, в конце концов будет то, что посмотрим, будут ли какие все же изменения в лучшую сторону. На обсуждение поднимались важные вопросы. Один из них – вопрос функционирования кладбища. Оно не оформлено официально, и профильный департамент сейчас активно занимается этим вопросом. В силу того, что большая часть этих земельных участков, на которых уже кладбище есть, принадлежит городскому округу Самара, мы начали процесс оформления. В рамках программы развития ритуальной деятельности на территории городского округа Самара мы поставили эти площадки на кадастр. Их оказалось две. Одна принадлежит Куйбышевскому району, а вторая принадлежит Самарскому лесничеству. Сейчас мы начали процесс вывода вот площадки, которая занимает 12 тысяч квадратных метров, и присоединяем ее к 24 тысячам квадратных метров. Также поднимались вопросы безопасности движения в поселке. Местные говорят, недостаточно тротуаров. Спикеры предложили работать сообща, вместе определиться, где тротуары необходимы больше всего, и контролировать работу. Предложено в первую очередь обеспечить удобные подходы к детскому саду и школе в поселке. Поэтому давайте определяем, что тротуар наметит шаги приоритетных улиц, потихонечку будет двигаться в этом направлении. Без внимания не остались и вопросы содержания дорог, движения общественного транспорта, вывоза мусора и многие другие. Полина Чулюкова, Николай Епифанов. События.